Всем привет! Я Леша, «Сильные новости», рубрика «Короче». Поехали! А в Гомеле сегодня заминировали 3 школы. Об этом сообщает УВД облисполкома. Сообщения пришли на электронные адреса школ номер 1, 4 и 66. На месте работали экстренные службы. Детей эвакуировали. Сообщается, что подобные сообщения поступали и ранее, но, к счастью, они не подтвердились. Пьяный мужчина залез на капот милицейской машины, справил нужду, а потом еще и порезал шины. Это произошло в Брестском районе. 31-летний мужчина сделал это наспор. Цена вопроса всего 50 рублей. Все происходящее ребята снимали на камеру. Фигуранты задержаны, возбуждено уголовное дело за хулиганство. Силовые ведомства и предприятия передали гомельским медикам 24 автомобиля. Это предприятие «Гомель-Облавтотранс», «Беларусьнефть», УИСКАПа Гомельской области, областное управление МЧС и МВД Гомельского облсполкома. Автопарк пополнили «Ладами», «Газелями» и, как их называют в народе, «буханками». Такая помощь позволила на четверть обновить весь медицинский автопарк.